В этом году очень тайное сообщество впервые допустило к себе съемочную группу. Группе была обещана полная неприкосновенность. Пускай, пускай! Вот что они увидели. Мыть посуду должен Дикон. Стрелочка здесь уже лет 5 висит. Я для кого графики рисовал? Ты крутой парень, но у всех должны быть свои обязанности. Ну, спасибо, что ты признал меня крутым. Он не об этом, ты совсем да. Ничего. Собрание про квартиру, а не про то, какой ты крутой. Три вампира в одной квартире – это, конечно, довольно напряженная ситуация. Яго у нас денди из 18 века. Смотрите, призрак Тошка. Владислав немножко извращенец. Это моя пыточная. Дикон – это наш юный бунтарь. Я должен за хату платить, а я не буду. Такая проблема. Вампиры физически не могут войти без приглашения. Пригласите нас в бар, пожалуйста. $5 и на здоровье. Да пригласите нас! Нам нужна свежая кровь. Здрасте, меня зовут Ник, я вампир уже 2 месяца. Вышибала мой друг, он нас пригласит. Господа, добро пожаловать. Ник у нас просто офигенский. Я вампир. Вампир, вампир. Да он отмороженный. Ты можешь заходить через дверь? Специально к нам внимание привлекаешь? Так за вами же целая съемочная группа таскается. Ты впустил в дом охотника за вампирами? Никого я не пускал, по интернету списались. Я тебя сейчас замочу! Я уже мертвый! Так, нельзя есть этого оператора, можно этого оператора. Нападай, ногами. Эй, это... Не матерись. Наш девиз. Оборотни не матерятся. Реальные упыри. Да вампиры вообще всегда очень сексуальные. Скоро в кино.